Самое сложное, это когда у нас позвонок ушел внутрь. Ну, со спины, как бы вперед, получается, сюда, да? С той стороны его вообще никак не ударишь. Тем более давить на нельзя. Это будет еще хуже. Ну, чисто механически, понимаете, если мы сюда вдавим, мы еще больше надавим, то только углубим его. Поэтому работает с этой стороны, но это такие приемы, которые, ну, честно говоря, я за них опасаюсь браться. Но если такие вот, например, находим, следующий позвонок, который выше него находится, да? На один выше, помните? Угу. И примерно область смотрим, где он проецируется, да? Туда вот. Да. Вот. Ну это да, во-первых, с дыханием связано, болезненно получается. Но можно, давить можно. А поясничный отдел? Поясничный так не сделаете. Это для, про это вообще отдельная история, отдельное видео снимем. Теперь, если у нас было вот ротирование позвонка, помните, мы когда вот рисовали там, да, и пытались его так же вверх и вверх поднять, а это вот так вот загнуть, да? Не получилось с той стороны сделать. Можно перевернуть вот так вот пациента, да, и положить вот возле этого позвонка, давайте вот примем внимание, что он уходит вот сюда, вот в сторону. Ну, в данном случае вправо. Значит, мы с правой стороны между паравертебральными мышцами и осистыми отростками вставляем свою руку. Ну, это рука как получено, у кого насколько сильно там кулачки или пальчики, да? Вот этими ребрами можно вставить, да? Можно одним пальцем вставить вот этим, да? Можно поставить вот так, чтобы осистые отростки шли между подушечками рук, да? И костями. И когда вы будете... Тут именно нужна чувствительность вот этого пальца, да, потому что когда вы будете вот это надавливать, вы должны вовремя еще и подвернуть снизу вверх, опять же, да. То есть подбираете под себя так, как нужно, опять находите этот позвонок. Здесь он, наверное, было все правильно. Вот. И, соответственно, вот видите, хрустнуло. Подавливаем на локоть, который с противоположной стороны. Механику запомнишь? И что сейчас выполнил? Не волнуйся, еще раз повторяю. Если что-то стало не так, мы повернем сейчас в обратную сторону и ставим как надо. Вот. Но я реально нащупал небольшое искажение, ротация именно между лопаток, да? То есть вроде бы кажется, мы целый день сегодня его хрустили, и так, да, и так, да, и так. И сворачивание сидя было на стуле и на кушетке, да. И все равно что-то там есть все равно, да. Вот. Ну и опять же просто-напросто растяжение локтевое. Было стоевым. О, это я вам стой покажу. Там еще ну, вот этот прием еще просто проще делается. Можно вот так вот его продавить. Ну, тут немного отделов-то, собственно говоря. Тут буквально вот раз, два, три. Тут много не сделаете. Вот. Растянули ему сочленение. Реберно-позвоночное. Этот маленький был здесь, да?